Вот, молодец, отвечает громко, четко, я все слышу. Ну, да, у нас все просто, по-простому. Я спей, говорю, не надо, не надо. Спасибо, я сын. Ничего, ешь. Зачем ты сюда пришел? По делам. А? По делам. Громче. По делам. А, по делам. По делам. Понятно, да, хорошо. Скажи, может, я смогу тебе помочь. Зачем ты пришел сюда? Чтобы убить тебя. Громче. Он шутит, господин дракон. Ну, господин, простите, пожалуйста. Я прошу вас, отвлечься, я прошу. Что? Я вызываю тебя на бой. Слышишь ты, дракон? Громче. Я вызываю тебя на бой в третий раз. Дурак. Страшно? Нет. Хорошо, я буду драться с вами всерьез. Отлично. Это значит, я убью вас немедленно здесь сейчас. Я безоружен. Ну что? Мне нужно оружие. Зачем? Послушай, я же сказал, я буду драться с вами всерьез. Это значит, что надо внезапно здесь, сейчас. Неси пятерку, нужно будет спеть и убрать после этого человека. Вы меня боитесь. Я не знаю, что такое страх. Так что ж тогда торопитесь? Дайте мне срок до завтра. Я найду оружие, выйдем в поле. А зачем? Зачем? Ну, чтобы народ не подумал, что вы трус. Народ ничего не подумал. Эти двое будут молчать, а вы умрете храбро, но обрыв не слава. Стойте! Простите меня, пожалуйста. Вы не можете просто так его убить. Ну что, почему? Одну секунду, можно? Да. Позвольте. Громче! Хорошо! Вы знаете, что я предан вам всей душой. Вы это прекрасно знаете, на ведь я окиваюсь. И у меня хранится документ, подписанный вами 382 года тому назад. Ну, да, это документ не отменен. Вы видите, я ни в коем случае не возражаю. Да. Я лишь только напоминаю, господин дракон, там стоит подпись «Дракон». Дракон? Да. И что? Ну как что? Ну, дело в том, что это же моя дочь. Это же вполне естественно, мне бы просто хотелось, чтобы Эльза жила чуть-чуть подольше, понимаете? Покороче. Да, я понял. Будь что будет. Позвольте, я буду возражать. Дело в том, что вы убить его просто так не можете. Дело в том, что карты выслушали вас на бой безопасности до дня боя. Пишите вы и подтверждаете это клятву. Да. И день боя назначаете не вы, а он. Выслушай вас, это тоже говорится в документе, тоже подтверждается вашей клятвой. А весь город, простите, должен помогать тому, кто вызовет вас. И никто не будет наказан. Это тоже говорится, вы тоже подписываете в документе. Да, а когда был написан этот закон, документ? 382 года тому назад, господин Дракон. 382 года назад, он просто внимание, был неопытный, суицидальный мальчишки. Да, но это очень важно, это Дракон, и там стоит ваша подпись. Ну что? Не отменен, господин Дракон. Послушайте, ну слушайте, мы взрослые люди, что мы будем говорить в документ? Да, я, конечно, понимаю, но нашелся человек, который пробует спасти мою дочь. Любовь к ребенку, это вполне естественно, это логично, потом наше гостеприимство, это тоже логично. Останутся свидетели. Я так. Будем драться завтра, как вы просили.
Эй, просто